Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами мы будем делать хаммер. Для этого нам понадобятся следующие детали. Возьмите одну такую пластинку и одну большую. Вот, обратите внимание на их размеры. Соединяем их вместе и берем наши пластинки. Закрепляем с одного бока и точно так же с другого. В итоге у нас получается вот такая конструкция. Далее берем следующие детали. Нам их понадобится 4 штуки. И крепим по бокам. Раз. Два. Три. И четвертую. Вот. Далее берем вот такую детальку, закрепляем ее вот сюда и точно так же с другой стороны. И завершаем нашу поделку следующей деталью. Устанавливаем ее вот сюда. И точно так же с другой стороны. После этого берем руль и ставим его вот сюда. Рядышком устанавливаем маленькую пластинку. Вот так. Далее берем два вот таких кубика и устанавливаем рядышком с рулем, вернее с рулем. Так, и завершаем эту конструкцию вот такой деталькой. Если у вас ее нету, можете заменить любой подобной. Ну вот, одна часть корпуса нашего автомобиля уже готова. Теперь берем наш маленький кубик и устанавливаем его вот сюда. Далее идут у нас следующие детали. Одну ставим сюда и вторую вот сюда. Ну что, теперь можно установить и сиденья. Берем самые обычные сиденья и ставим их сюда. По возможности, еще одно сиденье вы можете установить назад. Ну вот, часть корпуса готова. Ее мы пока что отложим в сторонку и приступим к изготовлению нашей рейки для колес. Для этого нам понадобится одна большая деталька вот такого плана. Ну и, конечно же, колеса. Берем нашу деталь и устанавливаем колеса. Одно вот сюда и второе вот сюда. Одна часть рейки готова. Далее берем маленькие пластиночки и устанавливаем одну сюда и вторую на другую сторону. Вот у нас получается шасси для колес. Теперь мы можем соединить две эти детали. Ставим по центру. И вот одна часть автомобиля уже практически готова. Что же мы делаем далее? После этого возьмем изготовлять нашу капотную бамперную часть. Этот автомобиль мы тоже можем пока что отложить в сторонку и приступить к изготовлению следующих деталей. Возьмем одну вот такую пластинку, одну деталь для фар, скрепим вот таким образом
Обратите внимание. Вот. И сюда у нас еще пойдет одна рейка. А здесь у нас уже есть готовая заготовка, то есть это самая обычная черная пластинка, две фары и одна решетка. Ее мы закрепляем вот сюда. И вот задняя часть автомобиля у нас готова. Примерно по такой же технологии мы сделаем и переднюю часть. Для этого точно так же берем обычную пластинку. Точно такую же заготовку. Скрепляем точно так же. И берем нашу деталь, то есть это также одна пластинка, две фары и решетка. И крепим ее вот сюда. Ну вот у нас получается еще две конструкции для автомобиля. Здесь мы еще установим вот такие детальки, их крепим одну вот сюда, вторую сюда. И точно так же на следующую деталь. Одну вот сюда. И другую сюда. Все, эти детальки мы можем отложить в сторонку. Ну что, теперь дело осталось за малым. Берем наш автомобиль, берем вот эту пластинку, устанавливаем ее вот сюда. Далее берем обычный кубик, тоже устанавливаем его здесь. И берем, скрепляем две самых обычные детальки и устанавливаем вот сюда. У нас здесь остается небольшое пространство. Оно нам понадобится для того, чтобы установить следующую конструкцию. То есть мы просто ее закрепляем вот так. Можно сказать, защелкиваем. Вот у нас получается, сейчас закрепим заднюю часть автомобиля. И точно по такой же технологии мы делаем переднюю часть. То есть точно так же берем обычную пластинку, устанавливаем вот сюда квадратик. В свободное пространство здесь установим обычный кубик. Вот так. Ну и здесь вперед вот такую детальку, две скрепленных пластинки. И закрепляем наш перед. Ну вот автомобиль практически готов. Берем стекло, устанавливаем вперед. Так, сейчас немножко сдвину. Вот. Ну и наш автомобиль наполовину готов. Сюда можно посадить любого человечка. Если места мало, можете отодвинуть кресло. Ну вот здесь он очень хорошо помещается. Это летний вид Хаммера. Также мы его можем модернизировать и сделать крышу. Берем следующую деталь. Это может быть несколько кубиков или скрепленные пластинки, если у вас, предположим, их нет. Берем две вот таких детальки или обычные кубики. В общем, изготовляем вот такую конструкцию, раз и два. Устанавливаем примерно посередине, одну сюда, другую сюда. Если, предположим, у вас есть подобные стекла, можете установить лучше их. И берем, конечно же, нашу крышу. Эту деталь устанавливаем сюда. Так, стеклышко немножко передвигаем на одну пластинку. Вот так. И устанавливаем нашу крышу.
Вот у нас получился хамр. Конечно, если у вас есть такое большое стекло, вместо вот этой пластинки лучше установить его. Просто у меня в наличии не имеется, поэтому пришлось выходить из положения. Также вы можете модернизировать, поставить решетки как вперед, так и назад. Ну, установить антенну, вверху какие-нибудь фары, сигнализацию, мигалки и так далее. Это все уже по вашему желанию. То есть вот такой простой джипик, что-то наподобие хаммера, у нас получилось за несколько минут. С вами были самоделки. До следующих выпусков.